торжественной части всем собраться в 10 А! Ребята, новость! Близко подсыпают театральные. Неужели мы здесь сидели, а? Были такие маленькие. А где наша парта? Вот она. Ой. А это Колька скотина дописал. Хотя отчасти правильно было подмечено. 5 лет прошло с тех пор, как мы сидели за этой партой. Было время поумнеть. Нет, насчет этого я не поумнел и, кажется, никогда не поумнею. Сергей, мне необходимо с тобой поговорить. Варя, ты можешь оставить нас вдвоем? Уйди, нам надо поговорить. О чем ты хотел со мной поговорить? Ты подал заявление в летную школу. Ага. Я тоже. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Меня приняли в 6-ю. А ты подавай 1-ю, 4-ю, 5-ю, в какую хочешь. А меня приняли в 7-ю. Очень рад. Вот и хорошо. Во-во. Коля, что вы тут делаете? Идем скорее на школу. Школ раскроют свои двери, чтобы выпустить в свет отряд молодежи. Вы тоже сегодня покинете эти стены и, наверное, скоро забудете и своих надоевших учителей. Ладно, увидим. Вся ваша жизнь впереди. Для вас нет никаких преград. Какие же пути вы изберете себе в жизни? Вы это решите сами. Но какие бы пути вы ни избрали, мы уверены в одном. Это будет честный и прямой путь настоящих советских патриотов. Вот поэтому мы и гордимся вами, любим вас и даже немножко грустим. Да, грустим, расставаясь с вами. Степан, Степан, ура! Моряки, папаницы, любые герои.
А Сергей в летчики идет. Брат, да. Правильно. Я тоже пойду в летчики. Летчики, да. Скажите, пожалуйста, где я могу видеть командира части? Вы что, привели нашу часть? Ага. А-а-а. Майор только что пошел с новопривезшими летчиками на поле. Пойдемте, выставите. Здесь сейчас происходит проверка материальной части к завтрашним полетам. А там остальное наше хозяйство. А вот это, товарищи лейтенанты, наше летное поле. Учтите, что подход к нему с севера имеет природные препятствия. Разрешите обратиться, товарищ майор? Пожалуйста. Лейтенант Кожухаров, окончивший 7-ю военную школу летчиков, прибыл в ваше распоряжение. Майор Тучков. Лейтенант Кожухаров. Знакомимся, это ваш товарищ, тоже сегодня прибыл. Лейтенант Кожухаров. Тучков. Лейтенант Кожухаров. Здравствуй. Идемте. Здравствуй. Вот это интересно. Опять, значит, вместе. А я не знал, что тебя сюда направили. А что, если бы знал? Так лучше бы попросился в другую часть. Нет, что ты мне, мешаешь, что ли? А откровенно говоря, я, если бы знал, так лучше бы попросился в другую. Вот и хорошо бы сделал. Конечно. Вот-вот. Во-во, да. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь. Это и есть ваш отряд. А это наши новые летчики. Отличники школы. Товарищи Мельников, Кочетков, Кожухаров. Как устроились? Отлично, товарищ майор. Что, вместе учились? Еще здесь десятилетки. Ну вот, товарищ, сегодня вы свободны. Отдыхайте. Есть, товарищ майор. А ты куда? В город? Нет, я туда. Совсем в другую сторону. А, ну я тороплюсь домой. До свидания. Будь здоров. Будь здоров. До свидания. Чего здесь стоишь? А? Тебя дожидаюсь. А зачем я тебе нужен? А ты мне не нужен. Чтобы не звонить 20 раз. Кто приехал? Ой, какие красивые! Форменные!
общались, а сегодня вот как раз встретились. Ну чего же стоите, идемте. Ах, вы мои милые. Вы давно приехали? Здравствуйте. Почему же не написали, не предупредили? Да так, Маринка, все времени не было. Вот познакомьтесь, моя подруга. Мельников. Ну, вот. Как же ты живешь? Извиняюсь. Ну, вот. А где же твои косы? О, их давно уж нет. Очень же. А что, Варенька, танцевать не разучилась, а? Нет, Варенька, танцую при всяком удобном случае. Ты что вы глупости спрашиваете? Вы говорите лучше про себя, что, ребят, летаете, а? Случается. Это ты что, сама сделала? Да. На домике клеишь, а? Нет. А ты смотри, так это легко получилось. А да. Ну что вы в архитектуре понимаете? Ну как, все понимаешь. Очень хороший дом. Прекрасный дом. Варюша, а тебе не кажется, что... Да? Нет, товарищ, частная квартира. Нет же, товарищ, я же вам сказал, частная квартира. Никакого начальника четвертого участка здесь нет. Кого спрашивают? Начальника четвертого участка? Да, четвертого. А что он здесь живет? Ну, конечно, здесь. А где же? Варя, тебя. Да, я. Да и здесь товарищ случайно подошел. Уже выехали? Да, я выхожу. Бегом, вылетаю. Мне придется сейчас уехать, вызывать на строительство. Вы не обижайте, а? Это очень срочное дело. Я скоро вернусь. Вы подождете. А если не дождете? Или нет, хватит. Сиди. Сидите здесь, Лида. Ты их не пускай отсюда никуда, слышишь? Я скоро вернусь. Ну, мы пойдем. Да, да. Ну, до свидания. До свидания. Скажите, пожалуйста, а вы тоже начальник этого? Нет. А Варя, значит, начальник? Варвара Тарасовна, начальник 4-го строительного участка на практике. Ага, понятно. До свидания. Всего хорошего. Понимаешь, я за ней ухаживал, лелеял, наглядеться на нее не мог. И вот пришлось отдать в чужие руки. Ты думаешь, она с ней не справится? Что она, дикая тварь, чтобы с ней справляться? Ее нужно понять. Это, может, вот другую какую надо дернуть, как корову за хвост, чтобы она почувствовала. А эту только тронь. За ручку. Она счастье реагирует, всей душой навстречу идет. Он, может, и не будет ее дергать. С чего это ты взял? Молод очень. Птенец. Стариков у нас нет. Очень легкомысленный. Почем ты знаешь? По поступкам вижу. Сегодня подходит он к ней опять. Ответственный момент. В полет надо. А он вдруг из кармана, цоп, конфетку, и в рот. Такой момент, а он конфетки сосет. Ничего, точно. Будьте спокойны. Это, наверное, майор. Зачем же?
Майор сегодня вылетал. Это мой. Твой. Мой. Смотри, как мой сел. А твой где? Да вон там где-то за лесочком прячется. Я его из виду потерял. Пойду встречать. Вот еще. Тоже хорошо идет. Вот, летают же люди. Да ведь это мой. Мой. А почему у вас шторки туго ходят? Надо следить, это не дело. Товарищ Яшин. Шторки туго ходят? Не дело. Что случилось? Чего ты так сияешь? Так? Задание одно. Разрешите войти? Да. Товарищ майор, лейтенант Кожухаров прибыл по вашему приказанию. Я читал ваш рапорт. Согласен. Можете начинать подготовку к испытательным полетам. Инструкции получите у капитана Смолокурова. Уверен, что справитесь отлично. Коль, ты на какой смене? На третий. Пошли на сюда. Ты иди, я сейчас прыгну. А ты чего сияешь? Что случилось? Задание одно. На слепые полеты? А что? Тебя тоже назначили? Что ж ты мне ничего не сказал? А ты мне сказал. Ну, поздравляю. Значит, летим вместе. Везет. Что эти двое не очень-то довольны, что им приходится летать вместе. Довольны? Да они сейчас оба злятся и чертыхаются про себя. А я их нарочно заставляю работать вместе. Не дружат, значит? Нехорошо. А не беда. Отличные парни. Пойдет. Девушка, что ли? Отчасти есть и девушка. А главное, они оба первые, еще со школы. Вот их задор разбирает. Чудаки. Что у вас там случилось?
Вдруг плохо видно стало, товарищ майор. И при посадке то же самое. А вы что же? Я ждал. Долго ждали. Я был наготове. Я говорю, долго ждали. Понятно? Есть, понятно. Товарищ майор, разрешите повторить посадку? Нет, не разрешаю. Сначала надо все проверить на земле. Как это у нас получилось с этим прибором? Прибор замечательный. Вот и все. Тут все дело в установке. В установке? По-моему, тоже. А как бы вы ее установили? Я точно не знаю, товарищ майор, но... А вы что скажете, товарищ Мельников? Если разрешите, мы подумаем. Отлично. Поручаю вам дать свои предложения. Лида! Именно птенцы. Вы только посмотрите на этих птенчиков. Птенец. Птенчик! Ну опять ты, Серега. Парень. Неужели ты уезжаешь, а? Да. Как мне не нравится, что ты едешь. Знаешь, мне самой не хочется ехать. В далекий край товарищу летает. Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город
синей дынем Китае, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дынем Китае, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ сквозь бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Тебе не холодно? Нет, Сережа, не холодно. Как думаешь? Майор поручил нам дать свои соображения. Это значит, вместе? Я думаю, что вместе. Я тоже так думаю. Ну что ж, поработаем. Да. Кого послали в задание? Лейтенанта Хмельникова и Кожухарова. Правильно. Конечно, мой раньше вернется. Первым. Почему это твой? А может быть, мой? Почему, почему? А потому, извините, у нас такая привычка, чтоб всегда, значит, первыми быть. Thank you.
Мельников пришел. Товарищ Кожухаров, что же это такое? Мельников с Бурсуковым раньше нас. Мы опоздали. Что делать? Задержался. Как что делать? Это я считаю, нам неприятность. Почему задержались? Поезда пришлось посигналить. Ну? Ну, обошлось. Точно падающие звезды. Пойдем посмотрим, каких пускают. А? Не стоит, товарищ. Вообще это неинтересно. Просто ходит скучный парень, не поджигает. Нет, а я хочу видеть, как они взрываются. Ну как? Хорошо. Мне здесь все очень нравится. Уж действительно. Да, и нечего смеяться. Красиво как. Да. Что, мороженое сюда? Ну ладно, я скажу. Нет, Коля сходит, да? Пожалуйста. Коля может сходить за мороженым. Если угодно, Коля может выполнить и другое поручение. Например? Ну, например, пойти в центр города, посмотреть, который час на больших часах. Или вообще уйти домой, спать. Ну, ладно, ладно. Я шучу. Тебе, конечно, клубничный. Да. А тебе? Конечно, раз мой проект принят. Да-да, знаю. Завтра. Угу. Ты придешь на вокзал проводить меня? А как же? Мы обязательно с Колей будем. Сергей,
А ты приходи один. Обязательно приходи, я тебя буду ждать. Мы очень не скоро теперь увидимся. Приду. Но ты ведь вернешься, Варя? Ну, конечно, вернусь. Да я знаю, что вернешься. Я не об этом хотел тебя спросить. Я хотел тебя спросить совсем о другом. Я буду ждать тебя. Ну дай, Санька. На. Ну как, брат? Чисто. Чисто. А глаза? А я, знаешь, взял их и зажмурил. А я, брат, кажется, не зажмурил. Сергей, а тебя не обожгло? Немножко глаза. Товарищ майор. Лейтенант Кожухаров производит проверку материальной части для испытания мотора в воздухе. Нехорошо получается, товарищ лейтенант. Что же вы молчали об этой истории с поездом? Я говорил, товарищ майор. Я говорил только, тут, может быть, что-нибудь преувеличено, по-вашему? Нет, это я читал, здесь все верно. Только как-то торжественно получается. Торжественно? А ну-ка, покажите, я еще раз посмотрю. Ничего не торжественно. Хорошо описано. Это надо рысьи глаза иметь. Поезд остановить — это непростое дело. Считай, нужно приставить вас к награде. Летать вы хорошо можете. А вот докладывать как следует, я замечаю, не умеете. Тут вам придется подтянуться. Как вы думаете? Думаю, придется подтянуться, товарищ майор. Вот и договорились. Продолжать подготовку к испытанию мотора. Есть продолжать подготовку к испытанию мотора. Thank you.
дурить? Графе, что ли? Почему в грозе? Главное, погода побольше. Давненько не приходил. А что? А ну, конечно, бери управление. Я решил тебя поучить. Ну, зачем? Ты знаешь, когда я последний раз сажал самолет? Товарищ Яшин, приказываем взять управление. Я же говорил вам, что я не умею сажать самолет. Яшин. Яша. Дай мне руку. Я, кажется, ослеп. Thank you.
Таня! Сколько их, а? А, сейчас посчитаем. Девять. Я слышу. Это наши. Таня. А вот еще девять. Хорошо идут? По-моему, очень красиво. Ну, Танька, давай мы займемся делом. Пойди-ка посмотри, чего я там напечатал. Читай. Я слушаю. Здесь ничего нельзя разобрать. Да, это верно, имеются хорошие, отличные даже профессора медицины. Но этот единственный на всю Европу подобный ученый по своей линии. И он уж приехал? Приезжает. Не я буду, если я к нему не пойду. А ты-то зачем? Без тебя не сделают что? Сделают и без меня. Но я пойду к нему от себя. Лично. Я объясню ему, что это за человек, чтобы он знал. Опять? Опять. И опять у самой земли. Вдруг начинает расплываться, ничего не разберешь. Как на грех еще скажу, Харлм, это случилось. И вся наша работа на смарку. Вот что. Вам бы следовало пойти к нему и взять его записи. Товарищ командир, как же это так? Так вот приду к нему и скажу, ты теперь слепой, никуда ты не годишься, а давай нам свою работу, а сам сиди один, в темноте. Так что ли? И почему это я должен к нему идти? Вы же с ним работали. А другие тоже работали. Хотите, я пойду вместо вас? А вы думаете, ему от этого легче будет? Но кто-нибудь должен пойти и взять его записи. Ведь он над ними долго думал, и они нам пригодятся. Товарищ капитан, я бы пошел. Но мне легче зуб выдернуть, чем идти к нему с этим вот разговором. Зуб? Зуб, конечно, это легче. Ну, поступайте, как знаете. Так и не поднял. Не поднялся. Всю дорожку пробежал и не взлетел. Вот ты злость. Сергей. Я вот к тебе пришел. Спасибо, что пришел, Коля. Спасибо.
Я вот хотел спросить тебя. Сегодня у нас разговор один был. Так вот я хотел... Ну, спрашивай. Насчет твоего здоровья хотел спросить. А что здоровье? Здоровье ничего. Ты лучше скажи, как там летают? Летали. Ну и что? Да как сказать? Ничего. А все-таки нет, нет, да и зурит. Самый неудобный момент. Телевизор? Ну да. Опять мутнее, да и только. Постой, постой. Момент посадки у самой земли. Ну да. Правильно. Уж действительно правильно. До того правильно, что шасси трещит. Слушай, Николай. Да? Есть у меня тут одно соображение. Ты можешь взять карандаш и записать? Я тебе продиктую. Давай. Значит так, пиши. Первое. Погоди. У меня к тебе просьба. Конечно, в этом плохого ничего нет. В чем? Пожалуйста. Я ведь тоже понимаю, как тебе не сладко на душе. Но только ты не очень нажимай на это дело. Ты о чем говоришь? А, хорошо, согласен. А ты понюхай. Что за бурда? Примочка. Ты выпить хочешь? Да нет. Сейчас нет. Устроим. Таня! Танюша! Погоди, запишем, потом закусим. Устрой-ка нам что-нибудь закусить с Колей. Знаешь, Николай, за это время я, кажется, все додумал до конца. Все дело в том, что прибор был неверно смонтирован. Неверно? Неверно, это я тебе сейчас докажу. Пиши. Первое. Так как телевизор, установленный параллельно правильно. Конечно, правильно. Знаешь, я побегу сейчас к майору расскажу. Не дождусь до завтра. Это замечательно. Так я побегу. Ладно? Ладно, иди. Коля. Коля. Если мне не придется больше летать, обещай взять меня в воздух, разок пассажиров. Ну вот глупость. Мы с тобой еще 100 раз вместе полетаем. А вообще-то, конечно. Обещай. А вот за твою работу я тебе должен сказать... Нет, я тебе ничего не скажу. Ну, еще чего придумаешь? Что за благодарность? Иди. Выйдет. Обязательно выйдет. Тари-ра-ра-ри-ра-ра-ра.
Батюшки мои. Варя, к нам. А у нас, знаете ли, Варя... Знаю. Я все узнала. Вот поэтому и приехала. Ну, идите. Идите туда. Вот обрадовал-то. Ну, как он, а? Можно к нему? Ну, конечно, можно. Мама, мама, кто там у тебя? Гостя, Сереженька. Варя. Варенька к нам приехала. Таня, иди скорее сюда. Варенька к нам приехала. Варя! Как-то странно. Ты такой спокойный. Ты не хочешь со мной разговаривать серьезно? Тепло как. Небо какое. Какое? Синее должно быть. Прости меня, Сергей. Что ты, что ты? Ты просто не привыкла. К этому трудно привыкнуть. Я сам еще не привык. Сергей, ты говорил, что будешь ждать меня. Ну вот. Я пришла к тебе. Совсем пришла. Ты не рад? Я не знаю. Ты не приходила ко мне раньше, когда я был здоров, а теперь вот пришла. Нет, Сергей. Я все равно пришла бы к тебе. Как знать, все эти детские увлечения... Детские? Ты это про себя говоришь, или? И про тебя тоже. Ну, знаешь, я не думала, что ты так изменился. Что делать, Варенька? Ведь мы стали теперь взрослыми. Я не верю. Ни одному твоему слову не верю. Ты врешь. Говоришь неправду. Сергей, я все равно остаюсь с тобой. Сережа. Ты успокойся, Варя, сядь. Сядь. Вот так. Хорошо. И потом, разве ты не знаешь, что я женат? Женат? Да-да, женат. Вот, посмотри. Которая же твоя?
Та, которая слева. Слева. Справа, по-моему, лучше. Но все равно. Поздравляю. Помнишь, в школе ты говорил, что никогда не поумнеешь. Ну вот теперь ты поумнел? Да. Теперь я поумнел. Как же будешь? Ничего. Ничего, ничего. Сережа, ты при мне лучше не храбрись. Я ведь все. Я все понимаю. Это вы мне звонили в 8 часов утра по телефону? Да, я. Извините, пожалуйста. Ну, я вас слушаю. Я пришел с вами посоветоваться, профессор. Посоветоваться? Я вас слушаю. Ну уж извините меня, что я не принял вас в 8 часов утра. В отпуск я отдохнуть приехал. Ну, у одного человека случилось несчастье. С глазами? Да, с глазами. Нетрудно догадаться, иначе вы ко мне не пришли. Мужчина, женщина? Мужчина. Так. Ваш сын? Нет. Ну, брат? Да нет. Вот, не важно. Да, что же мы стоим? Садитесь. Рассказывайте. Здорово. Майор здесь? Здесь. Да, но ведь вы хотели отдохнуть, профессор. Ну, знаете, отдых это вообще понятие растяжимое. Тут вопрос вот в чем. Если мы сейчас поедем к этому вашему родственнику... Не родственнику. По сути, а кто же? Он моей эскадрильи. Ага. Эскадрильи. Тогда... Поехали. Да, а как ваша фамилия? Я что-то не расслышал. Тучков. Тучков. Очень приятно. Тучков. Что говорит радио? Радио велит садиться. Туман увеличивается. Что же вы думаете? Думаем, что нехорошо вас задерживать. Ничего, как-нибудь проскочим. Да-да, лететь надо, тем более у нас операция. Ну, вы, профессор, летчик, еще не очень опытный. Товарищ бортмеханик. Да-да. С
Спасибо за заботу. Но мы летим не одни. Скажи пилоту, что нужно садиться, пока можно. Как с погодой на линии? А так, что придется суток трое здесь подождать. Туман по всей линии увеличивается. Придется делать слепую. Вас не смущает? Нет. Меня тоже нет. Желаю успеха. Благодарю. Что, провожать пришли, товарищ Яшин? Точно. Хорошо. Слышите, летают? Не завидуйте. Ах ты, провалиться. Ну, честное слово, сюда на посадку идет. Ну, летают и чихают на вашу погоду. А мы сидим здесь, когда нас ждет операция. Так это или сумасшедший, или у него кончился бензин. Не соберет парень костей. Кто это? Сергей. Коля. Как это ты, а? Сережа. Собирай, Сережа. Летим.
желаю, мама. Здравствуйте. Можем к вам? Пожалуйста. Вы знаете, мы здесь неподалеку были. Ну и думаем, дай зайдем. Пожалуйста, очень рада. Тут вот кое-какая ерунда, пирожное, что ли, можно я положу? Ну, спасибо, зачем вы все беспокоитесь-то? Вот, да. Так думаем, дай зайдем, не скучаете ли? Нет, ничего, нас ведь не забывают. Вчера были двое. Тоже Сережин товарищ. Фамилии-то я их не помню. Витя одного зовут, высокий. Это... Да, и бровищ такие, черные, сердитые, а сам-то ласковый. А другой веселый, все смеется. Это Жирнов. Петька, да. Длинный такой. Да, 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 правильно. Как раз они вчера выходные были. Да, а вы сегодня свободные? Да, да, свободные. Ходим, прогуливаем, к знакомым заходим. Спасибо. Свежим воздухом дышим. Спасибо вам, спасибо. Давай. Осторожно. Садитесь. Вы помните, какое сегодня число? Вы помните, какое сегодня число? Знаю. Будете снимать? Да. Попробуем. На несколько минут. Откройте глаза. Вот теперь мне страшно. Вдруг я ничего не увижу. Успокойтесь и откройте глаза. Ну, откройте. Откройте. Свет! Вижу свет, доктор. Очень хорошо вижу. Да. Ясно? Нет, ничего не вижу. Ничего не вижу. Доктор, я ничего не вижу. Откройте глаза. Ничего. Смелее. Откройте. Доктор. Доктор, я ничего не вижу. Откройте глаза. Ничего. Смелее. Откройте глаза. Я вам говорю, откройте глаза. Видите? Меня видите? Сколько? Что еще видите? Вы? Коля! Я сразу узнал. Да.
Колю, мой товарищ. А это кто стоит? Как один посторонний гражданин? Профессор! Дорогой профессор, ведь я вас вижу первый раз в жизни. Но в моем воображении вы всегда были таким. Да? Да. И другим я вас не представлял. Да. Ну и прекрасно. Погодите, сестра. Профессор, мне необходимо написать письмо. Нет, 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 на сегодня хватит. Хотя бы телеграмму. Продиктуйте. Вы знаете, профессор, я никогда не думал, что на свете есть столько замечательных, интересных вещей, сколько я сегодня увидел. А? Не хочется расставаться с ними. Вот только до завтра. Диктуйте вашу телеграмму. Дайте-ка бумагу. Телеграмма, конечно, девушки, которую зовут? Варя. Варя. Прекрасно. Скажите, профессор, что вообще в телеграммах разрешается писать «любимая»? Если действительно любите, то разрешается. Тогда пишите. Куда это ты собралась, Варенька? И от кого же эта телеграмма? Ты неужели от него? Как его здоровье? Об этом он ничего не пишет. Батюшки мои, да как же это так вдруг, любимый, когда он тебя давеча прогнал? Бабушка. Варенька, ты сначала подумай, прежде чем решать. Ведь все-таки же он слепой. Тебе же придется сиделкой быть. Я тебе это говорю, как твой лучший друг. Все равно, слепого больного, все равно я его люблю. Чем могу служить? Мне нужно видеть лейтенанта Кожухарова. Вы не знаете, как его найти? А вы кто? Я? Жена. Вы
Подождите здесь, я сейчас узнаю. Совершенно здоров. Готов выполнить любое задание. Здравствуйте, Жухаров. Здравствуйте, товарищ майор. Ну, как себя чувствуешь, а? Хорошо. Товарищ профессор, а как вас с непривычки не укачало? Меня-то? Да. А, милый мой, в Сибири когда-то на перекладных ездил. Да. Вот тогда укачка. А в самолет сел, сразу привык. А, товарищ Тучков. Здравствуйте, профессор. Ну, вот я и приехал отдохнуть. Товарищ Кожухарова спрашивает его жена. Я не знаю, удобно. Что ей сказать? Скажите ей, что она врет. Никакой жены в Кожухарова не было и нет. Что такое? Там тебя девушка какая-то спрашивает. Да еще уверяй, что она твоя жена. На проходной! Сережа, что у тебя с глазами? Неужели? Скажи, совсем? Варя. Спасибо, профессор, за все, что вы сделали для нас. Пока и наша работа. Если вам когда-нибудь понадобится наша помощь, любому из нас скажите, и мы сделаем для вас все. Ладно, услуга за услугу. Мы, старики, не любим, когда нам мешают. Мы привыкли работать в спокойствии, тишине. Так вот, если кто-нибудь попробует нам помешать, вот тогда уж мы... Можете работать спокойно, профессор. Да? Да. Это, кажется... Действительно, его жена. Варя! Коля! Здравствуй. Здравствуй, Георгий. Варя! Профессор. Прекрасно. Танька! Сережа! Ну, что ж ты стоишь, батя? Сережа, сынок, видишь? Видишь? Видит. Вот видите, профессор, какая у вас замечательная профессия. А у вас? У нас? Thank you.
хорошие.